Ребята. Все эти дни не плакала, не говорила вам о себе ничего, потому что мне говорили, что у мамы состояние стабильное, и я не хотела никаких слез выставлять, но сейчас я позвонила, и мне сказали, что у мамы сегодня пропала речь. На душе пусто. И очень страшно. Очень страшно. Я просто хочу одного. Чтобы моей маме стало лучше. Я очень ее жду домой. Я надеюсь, что она еще проживет с нами много лет. Будет нянчить своих долгожданных внуков. Радовать нас. И будет находиться в здравии.